директивой от 27 сентября ставкой Верховного Главнокомандующего дан приказ войскам Западного фронта под командованием генерал-полковника Конева, Резервного фронта под командованием генерал-полковника Буденного и Брянского фронта под командованием генерал-полковника Еременко передислоцироваться и занять жесткую оборону столицы... Начальник! Не шмальнет! Стоять смирно! Сокращая спокойствие в строю! Ташкент! Назад! Ага, сейчас, через минутку. Простите, бабочки, если кого обидеть. Сестра. Клава. До дна. За победу хлопов. До дна пить положено. Не проиграем мы немцы войну. В бою деревни штурмовой. Точно не проиграем. Группа местных комсомольцев более 6 часов. Не, братцы, вы как хотите, а я назад.